Профессия юриста была и остается престижной, хотя подразумевает множество специализаций внутри. Юрист – это и адвокат, и нотариус, и прокурор. И у каждого своя специфика деятельности. Прокурор – это, наверное, прежде всего тот человек, который честен, который порядочен, который готов всеми своими силами отстаивать верховенство закона. Он должен обладать и моральными качествами, человеческими качествами, комплексом качеств. Цели и задачи прокуратуры – это помощь, это защита. Защита граждан, защита государственных, наверное, интересов в первую очередь. Подбор кадров ведется особенно тщательно. Будущих прокуроров подбирают часто со школьных лет. Специализированные вузы страны ведут активную работу со школьниками, чтобы учиться профессии поступали те, кто точно готов связать жизнь с таким непростым и ответственным делом. Мы в этом заинтересованы, лучших отбирать и лучших принимать на работу. Мы тоже заинтересованы в тех лицах, которые уже имеют некоторый опыт работы. Как правило, это работники правоохранительных органов и следствия, и дознания органов внутренних дел, и подразделения Следственного комитета. Это может быть и гражданские организации, это может быть юристы, которые получили первоначальный опыт по юридической специальности и в судебных органах, помощники суда. Юрист не просто профессия, но призвание. К юристу, как и к врачу, обращаются за профессиональной поддержкой, когда решить проблему самостоятельно не получается. Чтобы стать юристом, сначала нужно поступить в вуз и получить юридическое образование. Но для построения успешной карьеры этого недостаточно. Необходимо постоянно развиваться, нарабатывать практические навыки, быть в курсе последних изменений в законодательстве.